as a publisher of Novaya Gazeta, one of our journalists, Irina Khalib, has been arrested, and she's in this country. She can't leave the country. I can vouch for her personally. I know she's not a criminal. Can I ask why she's not even allowed to go and see a doctor in Moscow? Я сегодня разговаривал с редактором «Новой газеты», и он спросил, можно ли бы ее хотя бы отпустить полечиться в Москве. А что у нас, Павел? Я думал, она в Москве. Нет, она здесь. Здесь? Отправьте сегодня же вечерней лошадью с Женей Халиб. Забирайте, вообще ее сюда не привозите. Женя, вы глубоко заблуждаетесь. Не привозить больше? И не провозите. Можете у себя оставить. Захотите, пусть едет. Я первый раз слышу, что она действительно не может там выехать в Москву, подлечиться и так далее. Я об этом человеке вообще ничего не могу говорить. Вот мы с вами после этого интервью, у нас есть еще вопрос, по которому мы должны поговорить. Вы, если мне не забудете напомнить, я вам кое-что расскажу. Поэтому никогда в суе даже не произносите это слово, не только со мной, вообще. Остерегайтесь его. Вы хотите ее в Москву везти, везите. Первый раз слышу вообще, что ей там запрещено выехать в Москву. Подписка о невыезде. А, она под подпиской о невыезде. Я попрошу, Андрей, уточните, кто вообще этим занимается, из милиции или кто там, и мне скажете. И мы вам организуем. Все равно я все-таки могу ручаться. Халиб здесь, да, написано. Хорошо, на мне Халиб дело, я уже принял решение. Видите, диктатура тоже хороша. Ни один президент бы сразу не принял решение. А я вот принял решение. Ну что вам плохо от этого? Какое решение? Ну Халиб вы сегодня повезете вместо жены домой или куда?